Всем привет, сталкеры, с вами я, сталкер-баннерщик. Это игра Stalker Online, это МСК-сервер. Это спецвыпуск по открытию мешочков и последнее видео по Stalker Online. Итак, я прикупился золотишко, продал все, что у меня было. Теперь все мое добро, это на мне. Это фауна, вот я себе дезертыгл купил, штормовку. Все продал, на складах у меня пусто. Теперь я, можно сказать, бомж. Ну, пока у меня есть мешочки, я купил себе 60 мешочков. На 300 золотых. Золотые рубли подорожали опять. И на данный момент я покупал золотые рубли по 800 тысяч. Вот так вот. Ну что же, будем открывать. Но здесь открывать мне неинтересно. Как вы видите, у меня красный ник. Я немножко пострелял в сталкеров из дезертыгла. Непривычно с нее стрелять. Такая пуха бойная. Теперь мне надо, чтобы меня кто-то из охранников убил. И я попал в тюрьму. Буду открывать я эти мешочки тама. Вот так вот. Захотел. И все, что с них выпадет, с этих мешочков, я, конечно, буду. Давай, убей меня, охранник. Все, меня убил охранник, и я попадаю в тюрьму. Итак, все, что выпадет с этих мешков, я выкину на землю, и сталкеры подберут. Ну, которые здесь бегают. Итак, давайте. Все хотят мне предложить бартер, но думают, что я прибежал за талонами, но нет. Талоны мне не нужны. Давайте добежим до светлого места, и там уже будем открывать мешки. Да, конечно, хотелось бы купить какие-нибудь винтовочные ящики, но они стоят по 35 золотых, у меня столько денег нету. Я вот решил купить. Такие вот мешочки. Буду сейчас открывать их прям подряд. Их всего 60 штук. Посмотрим, что с них выпадет, и потом в итоге подведем. Конечно, можно смотреть. Пока ничего интересного. Головы, в общем, выпадают. Лапы всякие, кости. Ну, стандартные. Панцирные верлиоки лапы выпадают. Что-то хорошего пока нету. То есть каких-нибудь дорогих лап. Сейчас я их все открою, и мы потом подведем итог. А потом весь этот хабар я разбросаю здесь. Тут много, конечно, перекупщиков, но много еще и обычных сталкеров. Вот чип выпал. А это что за чип? Давайте посмотрим. Непробиваемого. Ну что же, давайте дальше открывать. Только чип выпал, пока ничего интересного нету. Лапы королевского паука. Ну и голову, конечно, медведей. Разной комплектации, так сказать. Сталкер со мной здоровается. Ну давайте. Ох, не то я включил. Давайте я с ним тоже поздороваюсь. Почему бы и нет? Ну и продолжим открывать мешки. Вот лапы королевских пауков только есть. А вот смотрите, две лапы торфяного паука. Ну вот это уже ничего так. Но все равно, конечно, игра не стоит свеч, если не выпадет что-нибудь путевое или много, к примеру, этих лап. Как у меня вот первый раз выпало. 6 штук. Я их потом продал нормально так. Ну что же, открываем дальше. Ничего интересного нету. Я вот думаю, может быть, выпадет лапа паукана. Но это, конечно, я слишком уж наивный. Хотя шанс, конечно, выпадения есть. Может быть, и повезет. Но не думаю. Осталось еще немножко мешков. Прям чуть-чуть. Так, ну кости, ноги кабанов. Ножики. Ножиков прям полно. Вот еще один ножик. Челюсти собачек. Лапы королевских пауков. Ну, конечно, головы мишек. Кости брутера. Ну и вся такая байда. Языки бляков. Ну что же, последние два мешочка. И вот последний мешок. Что же, в этот раз ничего интересного не выпало. Ну,
Разве что две лапы торфяного паука. У меня максимальный вес. Давайте выкинем кости брутера. Ноги кабана. Что еще можно выкинуть? Мясо. Клык борова. Забирай, сталкер. О, сталкеры начинают подбегать. Забирать. Все, у меня перегруз такой глобальный кончился. Давайте голову мишек выкинем. О, смотрите. Сталкеры сразу подобрали. И все за мной идут. Ну давайте, руки забираете, руки быстрых бесов. В общем, выпала одна ерундистика. Единственное, что вот лапы торфяного паука, две штуки. Язык бляка. Смотрите, толпа за мной идет. Ну что ты, лапы панцирной верлиоки, кому повезет. Опа, сталкеру повезло. Так, чип непробиваемого, держите. Держите, держите. Ножик. Еще один ножик. Хватит меня преследовать. Лапы торфяного паука. Две штуки целых. Берите. Ну, кто успел, тот и съел. Коготь глупого бляка. Кухонный нож. Давайте один кухонный нож я себе экипирую. Так, ну что же, у меня осталась голова мишек. А вот что-то тут не подобрали. А мясо никому нафиг не нужно. Ну что же. Голова медведя? Да, голова медведя интересно падает в таком процессе. Ну как бы весь хлам падает в каких-то коробочках непонятных. А голова медведя именно как вот голова медведя. Хотя лапы паука тоже так падают. Ну что же, давайте мы все это скинем. Так, ну что же, осталось немножко, прям буквально 8 голов. Кто-то на этом заработает. У меня все равно последний видос по сталкеру. Я ухожу из этого проекта, поэтому я все раздал, у меня ничего нет. Ну, единственное, что у меня вот на мне. То, что на мне вот сейчас одето, пистолет и все. Больше ничего нет. У меня денег осталось 116 рублей серебряных. Я все продал. Все, что можно было. Все кладовки пустые. И вот. Сталкерам надоело уже эти головы, наверное, подбирать. Но в итоге все. Извините, сталкеры, все кончилось. Давайте напишем в общий чат. Все. На этом, сталкеры, я хочу с вами попрощаться. Пожелать всем удачи. Ну и больше в сталкере онлайне мы с вами не увидимся. До встречи. Пока.